Владимир Путин посетил Центр по мониторингу коронавируса. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и прямо сейчас расскажу подробности. РИА Новости сообщает, что президент России Владимир Путин во вторник, 17 марта, приехал в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Центр создан для сбора и проверки всей информации, которая связана с COVID-19, а также для обеспечения координации с органами власти. Центр собирает и анализирует всю информацию из СМИ, соцсетей, мессенджеров и официальной статистики. С начала работы в центре фиксируют увеличение числа ложных сообщений о коронавирусной инфекции. Так, за понедельник было выявлено 55 фейков. Одной из главных задач центра является налаживание взаимосвязи руководства регионов с населением. ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемии. В мире заражены уже более 160 тысяч. В России, по данным на 17 марта, выявлено 114 случаев. В воскресенье президент подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!